Какой огромный. О, все, запихнули в себя этот огромный чизбургер. О. Поедем дальше. А вот мы и дома. Здравствуйте. В общем, вчера, нет, позавчера пошли за картошкой, а картошка вся в воде. Всю яму затопила, всю картошку, наверное, метр там воды было, и вся картошка была под водой, затопила. Сейчас ее надо доставать, сушить. Яма сделана из бочки, зарыта бочка железная, и, видимо, через верх откуда-то забежала. Там забила дренажную трубу, видимо. Вот здесь идет где-то дренажная труба. И через верх пошла. Не было так-то давно воды в яме. И вся картошка промокла. Сейчас надо доставать, сушить вот здесь вот. Так, ну что, всю картошку достали. Вот сколько картошки у нас утонуло. Сейчас будет шохнуть. А потом обратно спустим, когда тут высушим яму. Вот так вот, какой трындец произошел. Вон там видно, нет? Сколько воды-то было. Уровень, видите? Алексей AJ29, Айгуль Гильванова. Вот откопал, он сюда туда дорыл, трубу искал дренажную, вот и нашел. Вот ее, видимо, забило и попала вода в яму.
Так, все, наконец-то все готово. Все кирпичи почистил. Сейчас надо их перевести. Хватит, второй раз приедем. Так, все, выгрузили. Сейчас на вот этот битый кирпич загрузить. Так, все, здесь чистенько. Здесь загружено. Выбрасываем кирпичики в болото. Все, кирпичи перемещены.
Так, там дорогу подделали. А здесь у нас чистенько. Так, а тут я здесь я тут дорогу на УАЗике намесил. Газон испортил. Надо подровнять. Все, готово. Жена тут цветочную грядку наростила на один кирпич. Пришлось подарить ей чищенные кирпичики. Вот так вот. Вот сделал вторую антенну на второй телевизор, отдельную, на улицу вывел, наконец-то. О, все отлично работает. Так, печку пока не начинаем. Вот здесь надо сделать приборочку. Так, сначала надо, наверное, вот эти доски куда-то убрать. Сложить куда-то надо. Чистенько. Здесь тоже чистенько. Доски сложены. Сейчас надо вот эти леса туда подальше убрать. Здесь мешаться будет. Думал вот этот треугольник доделывать, фасад. Пока что передумал, пока что. Когда-нибудь потом. Так. Леса переехали. Осталось вот это огуречное строение. Бывший огуречный парник, мини-парник. Думал, пригодится. Еще надо разобрать. Хорошенькие брусочки. На эти, на всякие там полочки. Так вот, все разобрали. И чистенько теперь. Тот стеллаж пока пусть стоит. Остается убрать вот этот пенек, как-то выковырить. Вот один пенек. Этот столетний пенек, он очень трухлявый. Его только вот так вот пнуть, и все, нету его. Вот этот вот как-то надо будет выковырить. И зачем все это надо? Ну, здесь будет это строение, комплекс, мастерская, хламовник и дровяник. 15 метров. Ну что, на этом все новости. Пишите в комментариях два слова, ставьте видео нравится. На группу ВКонтакте, там 2000 подписчиков, надо набрать еще. Яндекс.Дзен, Рутуб, Телеграм, все ссылки в описании. Ну и всем добра, всем пока, до свидания.